Видно, что мы не могли не использовать твою любовь к Айзею Томасу и хотим попросить тебя в некой такой интерактивной форме расписать лучших игроков Восточной конференции, которой как раз Айзея Томас принадлежит. Ну, как бы всем понятно, что во главе угла стоит, да, товарищ из Кливленда, которого мы просто как бы будем именовать, да, не знаю, там, исходным кодом. Он у нас король, у нас даже есть вот для Леброна. Как-то так будет. Ну, а теперь по-серьезному, действительно, лучшие игроки Восточной конференции после Леброна. Леброна мы вносим за скобки. Во-первых, кто это и что он делает? Мы пока его ставим на самый верх, потому что у нас пока других кандидатов нет, а потом будем двигать его в зависимости от того, где его реальное место, вниз, вниз и вниз. Ставь его на первое место пока. Место ставим. Мы берем, значит, пока Кристапса как отправную точку, и вот теперь вот этого человека попытаемся понять, выше он или ниже Кристапса Порзиндиса в нашем рейтинге лучших игроков. Как ты думаешь? Янис Антетокумпо, звезда Милоки Бакс. Вот это с Кристапсом-то по... Ну, слушай. Не, ну можно. Ну, слушай, как ты жестоко с Кристапсом. Ну, ладно, я с тобой на самом деле согласен. Ему здесь пока не место, потому что у нас еще много есть хороших людей. Он выше по-любому. Он выше, окей. Да. Болеешь за Торонто Рэпторс? Нравится тебе эта команда? Очень. Вот у нее есть, соответственно, один очень яркий игрок. Это, как сам видишь, это одновременно и Кайл Лаури, и Демар Дерозан. Да. Я не смог его, честно говоря, разделить как бы на двух людей, поэтому прошу тебя вот поставить их. Кто круче, вот эти два товарища или вот эти два товарища? Я ставлю их ниже его, потому что... Ниже Яниса? Яниса, потому что я считаю, что у Яниса есть пока больше перспектив. О, твой давний знакомый! Это интересно. Карамельный. Карамельный из Нью-Йорка. Как ты думаешь? Один из самых моих любимых игроков... Да. Вот, да, но я имею в виду, что касается индивидуальной игры. Да. Вот, индивидуальной. Но я ставлю его выше. Есть человек, которого мы немножко обсуждали. Джон Уолл, который хоть и проиграл, но он был, ну, лучшим игроком в серии. Ты согласен, что он был лучшим игроком в серии между Бостоном? Я согласен. Все, Кристапс его выбрасываем. Выбрасываем. Вот, потому что он белый. Дуэйн Иванович Уэйд, который все еще евростеп, и если у него есть пауза в 3 дня, он выдает очень качественный баскетбол. Ходит ли он в четверку, вот выше ли он кого-то из этих людей? Выше Кармела. Выше Кайла Лаури? С Демаром Дерозаном? Да. По мне, я опять же говорю, ты ими очень тяжелый. Очень хорошо, тяжелый. Так, Демар Дерозан, нет. До свидания. Ладно, пускай будет. Кармела вниз, а Янис? Извини, чувак, Янис. Янис или Дуэйн Уэйд? Янис или Дуэйн? Янису 20, Дуэйн Уэйду 100. И это не количество трипл-даблов. Хотя примерно то же самое. Мне понравился, как Уэйд провел в этом году. Да. Сезон. Его партнер по команде очень большой, с шикарной прической. Джимми Батлер. Джимми. Ача. Джимми один из лучших. О, Кармела в минус. Кармела, до свидания. Дуэйн Уэйд сюда. Янис сюда. И что, Джон Уолл сюда? Куда? Почему сюда? Тише. Джимми Батлер хуже Джона Уолла. 100%. То есть разыгрывающий первый номер. И даже, ух ты, интересный вариант. Тогда... Это сугубо по этому сезону. Тогда вот человек, которого я подготовил на запас, но на самом деле сейчас мне интересно твое мнение. До свидания, Дуэйн Уэйд. Так, да. Что? Пол Джордж где? Нет, этот сюда двигается однозначно. Так. И этот двигается тоже сюда. Пол Джордж. Я с тобой вот здесь не могу не согласиться. И теперь два первых номера очень яркие. Главный помощник Леброна Джеймса, Кайри Ирвинг. Держи, Кайри Ирвинг. Ну, это вам явно выкидываем. Джимми! Извини, Джимми, дружище, хороший парень Джимми Баттер. Мне он нравится. Джимми хороший. Сейчас здесь все предельно ясно, на самом деле. Кайри, сейчас. Так. Сейчас. Кайри или Джон Уолл? Слушай, Кайри или Джон Уолл? Нет, здесь сейчас все предельно ясно стало. Мы просто вот... Я не знаю, кто у тебя там сейчас. Да ты не знаешь, конечно, это там один из... Да, вот. Сейчас все Келли просто. Алиник. Сейчас все просто. Мы ставим Кайри сюда. Интересно. Кайри сюда ставим. Интересно. Яниса выкидываем, И, наконец, Айзея Томас. Тот человек, с которого мы, собственно, и начали, да, всю эту историю. И Айзея ставим на второе место в этой истории. Просто. Вау! Препарат лучших игроков Восточной конференции от Виктора Кейру.